Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очень интересная и веселая прокачка механохибаторского героя. Это будет зеленый герой, и это будет бочка. Вот такая вот. Ну, думаю, такого вы не видели. Я, в принципе, у себя на основе даже такого не делал, потому что здесь у меня ресурсов хватает, можно потрешивать. В общем, такая вот бочка. Прокачана со священным огнем, то есть у нее увеличенная жизнь. Как видите, у нее бонусами больше жизни, чем у основной жизни, 29 тысяч. Также деф, плюс у нас еще стоит дополнительно рунами. Вот такая вот каменная кожа, седьмая. Есть, конечно, вариант, можно поставить, ну, раскол смысла и нету, исцеление, тогда деф уменьшим. Ну, в принципе, вот это самый такой оптимальный вариант. Можно такой вариант поставить. Ну, оно того не стоит, скажем так. Тестируем с каменкой. Это будет, думаю, очень интересно. Так, она прокачана сейчас у нас на десятку. Сейчас мы качнем двенадцатку. В судьбе. Ради этого я прокачал даже несколько героев на вторую эволюцию. Поехали. Сейчас быстренько качнем и 12-ку и пойдем трешивать по локациям. Ну, радует, здесь тоже нет проблем с кристаллами, с ресурсами. Сейчас только золото подфармим быстренько и будем трешивать. Ну, соответственно, мы сейчас и увеличим статы, то есть у нее будет там больше жизни, больше урона, уклонение появится. В общем, она станет еще более универсальной и неуязвимой. У нее нет, по-моему, кулдауна, и сейчас увидите, насколько она будет урон держать. Единственное главное, чтобы нас там не станили. Так. Еще немножко и... Так, вроде должно хватить. Такс. Поехали. Это первый герой, который будет на аккаунте 12-12. Вот, требует у нас бочку. Так, есть. Отлично, вот она. Плюс 32 тысячи, плюс жизни, плюс 1300 атаки, крит сопротивления немножко, точности, уклонение, крита. В общем, вот так вот. 12-12, идем посмотрим ее статку. Что она из себя представляет, вот так вот. Конечно, ангел у меня здесь еще не на максималке, но... Ну, сейчас посмотрим, поехали. Посмотрим в рейде. Так, ну этого она однозначно не потянет. А вот тут должна тащить, вот смотрите, 5 героев против моей имбобочки. Ну, они ей даже урона не наносят. Там смотрите, посмотрите на урон. Это просто жесть. Вот она имба. Так, понятно, тут битва смотрителей.
Так, сейчас найдем что-то интересное. Так, Фрейя, дерево. Ну, давайте попробуем тут. Сейчас, конечно, мы Фрейю активируем. Ну, заодно посмотрим. Не активировали, отлично. Посмотрите, башни седьмым гарнизоном ничего не могут сделать. Офигеть. Урон просто не проходит. Не знаю, сейчас если сольют, выпустим кого-то другого, посмотрим. Но это просто жесть. Так, ну Фрей мы пока не активировали. Так, следующее у нас дерево. Главное сейчас дерево и Фрейю, чтобы... Ну, может и Фрейя загрится, конечно. Жестко, жестко. Анубиса там... Так, ну... А, и Фрейю загрели. Жалко. Ну, посмотрите на урон Фрейи. 4 раз только смогла осилить. Жесть. Так, сейчас все равно найду кого-то интересного в рейде. Вот такими героями интересно трешивать. Так, одержимый, Купидон. Отлично. Поехали. Вот смотрите, как она нагибает. Просто чисто зеленый герой убивает вторые эволюции. Весело, конечно, со смотрителями это все смотреть. Единственное, конечно, сейчас магические будут станить ее. Так. Тыковка, Гаргул. Ну, понятно, тут сейчас на разгоне. Гады убили. Так, окей, поехали, еще поищем. Не зря же ее качал. Так, Драйку, вот отлично. Так, откуда это нам так зайти, чтобы тыкву опять не зацепить? Ладно, попробуем сверху отсюда забежать. Так, Дрейк Гаргул. Это просто жесть. То чувство, когда герои с эволюцией просто ничего не могут сделать. Зачем качать таких героев, которые не могут убить обычный зеленый гарнизон? Конечно, если б не Гаргул, то ну не убьют. Это нереально просто. Так, окей, поехали сюда. Мы на экспедицию, поехали на арену. Что тут у нас есть? Сейчас посмотрим, по какой дорожке по центру бегут. Отлично. Так, берем сюда еще ворожея, чтобы отхил давал. И берем нашу бочку. Так, есть. Ворожея мы соберем, поставим
воодушевление, чтобы когда бочка подбежит, получил отхил. Так вот будет у нас. Так, кто там у нас есть? Бля, это жесть, ребят. Это просто жесть. Какая нафиг Фрея? Какие нафиг прокачки? Какие эволюции? Какие имбовые герои? Посмотрите, что делается. Просто Unreal. Просто унижение всех героев. Они нифига не могут сделать бочки обычному зеленому герою. Это жесть. Это просто жесть. Сколько там по ней урона? 10-11к проходит. Вообще пофиг. Чтобы Фрея да и не убила просто зеленого героя. Ну, времени, думаю, нам хватит, чтобы их всех убить. Но это просто смешно. Да. Вот это имба. Просто жесть. Хранитель, Анубис, Ронин, Рино, Фрея. Так, поехали. Посмотрим, надеюсь, тут по центру. Ай. Отлично, значит, поехали сюда. Один герой держит 6 героев. Офигеть. Просто офигеть. Просто офигеть. Пофиг вообще. Это жесть. Да, ребят, это, конечно, круто. Просто унижает. Какой стрелок, какой душегуб. Душегуб даже со своим тем разбросом там ничего сделать не может. Плюс стрелок. Короче, бочка решает. Всем советую, качайте бочку с СО, и на арене вас просто, ну, никто не пройдет. Правда, надо каменку седьмую еще. Это просто жесть. До свидания, стрелок. Это при том, что у меня не активирован смотритель даже. Давай, бочка, тащи.
По идее, должны успеть. Да, ребят, вот это вот бочка. Это действительно кайфовая бочка. Просто немножко отхила и все. Нифига герои с эволюциями не могут ей сделать. Так вот. Ну-ка, интересно, еще против черепа. Надеюсь, они по центру. А, и они по всей этой. Вот Махатма как ворожая обезвреживает, офигенно. Ну блин, там по центру просто нифига не могут сделать бочки опять. Жесть. Это, конечно, жесть. Рино, Бигфут просто бочка их убивает. Жестко. Да, вот так вот, ребят. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Ну, я думаю, герой реально очень кайфовый получился. Хоть это и гарнизонный герой, но, блин, с такими параметрами держать эволюционированных, которые там просто жесть, ну, не знаю. Вот это действительно самый имбовый на сегодня герой. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Все как всегда. Всем удачи, всем пока.